Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Обливион. Мы находимся около Брумы. В последней серии мы всеми правдами и неправдами закрыли врата в Обливион, которые вели в этот город. Спасли их, по сути. И теперь, я думаю, пришло время, скажем, кирасу возьмем, распродать все ненужные вещи. То есть, по сути, помародерствовать. Хорошо. И пойти в город, продать все ненужное. Погода просто отвратительная. Но после того, что мы сделали, они нам пятки должны целовать, елки-палки. Они нам ничего, по сути, не дали особо. Такие вот они, такая она людская благодарность. В первую очередь я хочу переночевать. В вторую очередь я хочу к местному скупщику прийти и разобраться со всем. В принципе, это, по-моему, тут довольно быстро все. Уходи. Я тебе надоедаю? Я тебя спас в предыдущей серии несколько раз подряд. Как ты можешь вообще? Ох. Так, сколько времени вообще? Времени надо спать. Хотя звезд не видно. День или ночь? Ночь? ПМСМ опять перепутал. Ох. Непривычная эта система. Здравствуй, Олаф. Говорят, с твоей... Так, я хочу поспать. Ну и вообще... У меня лучшие товары, самые низкие цены во всем Сиродиле. Продадим тебе вот это. Вот это продадим. Это еще больше, чем я плачу. Интеллект у нас так очень крутой. Нам это не нужно. Это хоро... С тобой трудно... Бренди, мне не пьем. Бренди гадость. Так, хорошо. Еще тебе можно морозную соль продать. Нет, отравленный яблок когда-нибудь мне пригодится, я думаю. Я совершенно хорошая не буду понимать, что делать хорошего с персонажем, а мне скажут, разберись с ним. Этих солей всяких у меня уже хватает и сердец, так что продадим. Маленько денежки пора уже получать. Окей. Тапир. Я уважаю. Постель. Снимаю. Надеюсь на скорую встречу. Ну да, с утра, как бы. Так, хорошо, поспим 12 часов, отоспимся после этой бойни, которая была в предыдущей серии. И займемся более мирными, спокойными делами. Потому что, блин, в последней серии что-то у нас сплошное мясо идет. Ну, было детективное расследование, конечно, прикольное такое с этим скупщиком. Ну вот, Олаф, скорая Привет. Встреча. Рад встрече. Пока. Так, хорошо, а где здесь кузнец? Я не помню. А, вон там, по-моему. Говорят, ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах. Так вот. Так, кузнец. А нет, кузнец, по-моему... Сейчас найдем, короче говоря. Гильдия магов. Вот кузнец. Может, у него купить что-нибудь, какую-нибудь легкую броню? Да не думаю. Что я могу сделать для... Ну и морду у тебя, Шарапов. У меня лучшие товары, самые низкие цены во всем Сиродиле. Эльфийская стрела. Круто. Так, кираса Брумы. Держи. На тебе вторую. Вот этот меч забирай. Прекрасная сделка. Прекрасная, не спорю. Серебряные мечи. Да и в принципе... Все, по большей части. Больше мне тебе продать-то особо и нечего. Что у тебя можно купить? По ближнему бою мне ничего не нужно, поэтому... Если стрелы, там, стеклянные стрелы, смотри, тоже круто. Но их что-то помалу пока продается, поэтому смысла особо их брать-то я не вижу. Так, тяжелые доспехи. Ладно. Я уважаю.
Починиться, я думаю, вообще капец будет, да? Не стоит ввязываться в драку, если твое снаряжение сломано. 1600... Блин, он практически сломан. Ох. И что же делать? Мне нужно еще 300 золотых. Я опять окажусь нищим, но... Еще увидимся! Так, ну хорошо. Сейчас мы сбегаем обратно туда, где портал был. И таким макаром... Ну, в принципе, мы сейчас можем еще сходить в храм облаков. Блин, мой лук скоро сломается. Уже вот-вот. Блин, не те врата. Из дома можно. Из гильдии Темного Братства набрать. Пошли в гильдию, в общем, там давно не были. Это у нас находится в Чейдинхолле, по-моему, да? Погнали в Чейдинхолле. Давно мы не были уже там, в ящике я много чего хорошего понакидал. Сейчас как раз, по-моему, пора пришла все это продать. В Чейдинхолле, как обычно, дождь. Давненько мы тут не были. Давненько. Ловкость, конечно, это круто. Я так бегаю постоянно, потому что я хочу прокачать ловкость еще выше. Подвижность, акробатику. Она именно так и качается. Темное братство, вернее, то, что от него осталось. Ты кто? Не могу поверить, что ты стоишь передо мной. Сам слушатель. Это такая честь. Слушай. Крутые доспехи. Слушатель, я недавно вступил в темное братство. Я всего лишь убийца. Но если я могу хоть... Иди за мной. Послужи своему слушателю. Да, глубоко уважаемый слушатель. Мой лук в твоем распоряжении. У тебя нет имени? Я назову тебя... Акакий. Нет, Акакий у нас уже есть. Варфоломей, ты будешь Варфоломей. Все. Решили. Кто-то спрашивает, почему я даю всем персонажам NPC такие глупые имена. Вот так вот. Потому что я могу. Подожди, теперь получается у нас... У нас пропали все ящики, которые тут стояли. Ахаха. Вот это прикол. Да. Твое присутствие честь для нас. Приветствую, достопочтенный слушатель. Пришло время тебе услышать шепот смерти. Иди в Бравил и послушай Мать Ночи. Чё это? Теперь ты слушатель Черной Руки. И твоя обязанность — говорить со статуей. Как ты знаешь, эту статую находится в городе Бравил. Ты можешь говорить с... Делай это, и ты будешь... Так, кстати Под говоря... Под твоим началом Черная Рука будет править вечно. Of course. Так, ну, все вещи, которые я тут оставлял, прощайте, я так понимаю. Приказывай, великий слушатель. О, достопочтенный слушатель, я так рад видеть... Трепещи. О, похоже, тебя уже сопровождают. Понятно. Одного с собой можно взять. Да не оставит тебя Мать Ночи без своего внимания. Так, еще я, по-моему, что-то Винсенту складывал. Но здесь что-то как-то совсем все по-новому. Это что это тут лежит? Это я оставлял, что ли? Я вообще не помню. Да, уважаемый. Да не мешайся. Следуй за мной тайно, не высовывайся. Да, уважаемый. Так, хорошо. Где эта тень?
Ну, в принципе, не очень плохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Единственное, он огнем не бьет. И он целый при этом, и в ремонте, я думаю, не будет таким затратным. А так урон 10. Отпугивание нежити. Пусть будет. А этот пока поносим в рюкзаке. А верхней части брони нет. Потому что это, по-моему, очень круто. Что-то я, честно говоря, не припомню, чтобы я такое брал. Но, видимо, брал, иначе откуда этому всему взяться? Да нет, не брал, конечно же. Так, хорошо. Нигде ничего моего не осталось больше. Приказывай, видок у меня, конечно. Все очень круто, но мне нужно что-то наверх надеть. Если я надену свою робу, то все снимется. Так, хорошо, сходим в другую сторону. Прикольно, да, такой помощничек? Как надо. Так, жилые помещения. Тут я, по-моему, тоже что-то хорошее кидал. Секиру, по-моему, какую-то. Здравствуй. Приказывай, великий слушатель. Для меня большая честь. Отставить. Да. Да хранит тебя Ситис, глубоко уважаемый слушатель. Если тебе когда-либо... Что слышно? Тут говорят про то, что они сделали с Люсьеном Лошансом. Это правда, что Аркуэн съела его кишки? Ну, почти. Да не оставит тебя, мать. Сколько у нас последователей? Без обалдеть. Тафанчик. Так, ладно, кушайте. Забирать у вас не буду. Мои детишки. В такие моменты ощущаешь себя просто доктором зло. Этого оставлю, потому что он лучник, вроде как, и это может быть очень полезно, если второй человек будет еще меня прикрывать временами. Так, паралич. Это надо продать, потому что я особо этим не пользуюсь. Продолжаем. Что-то игра у меня в последнее время вылетает. Что у нас тут еще есть? Короткий меч ослабления. Эльфийская секира. Окровавленные кожаные сапоги мне не сильно нужны. Так, и здесь мы взяли стрелы дурноты, стрелы искр и кольцо. Все, выходим, сохраняемся. Нам бы кафтанчик хоть какой-нибудь. Так, тебе я забыл сказать в этот раз. Не высовывайся. Да, вот так вот. Что у них есть вообще? У них ничего нет, да? Забирай. Мне это все равно не нужно. Конечно. Так, теперь мы можем отправиться к любому кузнецу и продать все, что мы нашли. Но так как нас в Бравиле вроде как ждут... Твое присутствие – честь для нас. Давайте сходим туда, почему бы и нет. Я пошел этой дорогой просто потому, что мне нравится смотреть на эту дверь. Она крутая. Жутковатый, да, парень такой с нами? Как хищник. Не думаю, что он прямо очень уж сильно поможет, но, по крайней мере, какой-никакой напарник. Главная его особенность, то, что он скрытный. Это круто. Так, а в Чейдинхолле у нас есть какой-нибудь... Блин, я с голым пузом так и бегаю. В Чейдинхолле у нас есть какой-нибудь магазин... Дома. Где кузнец? Дом на продажу все тот же. Так, все для победы, понятно. Вот нам куда. Блин, видок, конечно. Крадется за мной. Круто.
Так, это получается у нас где-то... Привет. Приветствую. Где-то вот здесь, да? Ну-ка. Товары Борба, в принципе, тоже неплохо. Но нам вот сюда, так? Нет? А, вот оно, понятно. Так, сейчас будем продавать все. После этого отправимся в Бравил. Посмотрим, что за задание нам там дадут. Но мне кажется, ничего особо интересного, потому что уже все, по сути, завершено. Что? Так. Взгляни на мои товары. Сначала наверняка ты на мои взгляни. Тебя что-нибудь заинтересует. Так, это мы отдаем. Это отдаем. Думаю, это честная сделка. Конечно. Эльфийская секира тоже, не сказать, что сильно нужна. Так, ну и в принципе все, что ли, получается. Стрелы, конечно, вот эти вот, я им практически не пользуюсь, потому что их очень как-то, не знаю, неудобно между ними переключаться. Но я думаю, до этого еще тоже дойдут руки. Так, хорошо. А что, у меня так мало серебряных стрел? Так, теперь у тебя. Ну, видимо, будем пользоваться дюмерскими. Или серебряных купить. Так, ну в первую Спасибо. Очередь нужно починиться. Если я не могу что-то починить, значит оно не сломано. Блин, нужен ли он мне вообще с таким... КПД. Я все деньги на него трачу постоянно, на его ремонт. А вот этот вот, который мы нашли, теневой лук, он не сказать, что хуже. То есть он еще, конечно, огнем бьет, но... Не знаю. Я не буду его чинить, наверное. Так, хорошо. Давай Теперь, займемся давайте посмотрим делом. Себе что-нибудь наверх. Меховая, это, конечно, пипец. Ну, пока, по крайней мере, пусть будет такая. Что ж поделать. Кольчужного же там ничего нет? На грудь. Нет. Подождите, давайте мы... Пока. Пока-пока. Давайте мы в соседний магазин сходим. Может, тут что есть? Хотя бы одежда какая-нибудь. Просто, чтобы не было так печально. Борба, у меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Капюшон друида. Неплохо. Not bad. Ну, давай хотя бы рубашка, чё С тобой тяжело торговаться. Чё это? Чё это со мной тяжело? Нормально со мной? Спасибо, с тобой. Красавица. Так, хорошо. Ну хотя бы так, да, чтобы с голым пузом не бегал. Болтать, довольно. Шум. Ну нафиг, это наш ребрендинг, новый вид. Вполне неплохо, по-моему. Так, отправляемся в Бравил. Посмотрим, что там у нас. Так, Бравил у нас, по-моему, вообще с другой стороны. Так, что-то я заблудился. Скинград. Ой, вообще карту не помню. Брума. Коч. Энвил. Блин, столько еще мест, куда можно пойти. И столько еще там дел всяких. Это обалдеешь. Чейдинхолл. Блин, где Бравил? Корл. Да, все, опять шестая серия за день. Я уже упорот, похоже. А, вот он. Ну, пошли в Бравил. Слушаю. Да все нормально. Городок, честно, так себе, очень даже. Приветствую, слушатель.
Подойди поближе, и я расскажу тебе то, что тебе должно знать. Ибо люди опять молились матери ночи. Темное братство должно найти лесного эльфа по имени Урунил. Он нуждается в наших услугах, и мы будем счастливы пойти ему навстречу. Ну, хорошо. Твой уведомитель должен искать этого человека в небольшой безымянной деревушке к западу от города Алебастер, что на родине каджитов в Эльсвеере. Теперь оставь меня, дорогой слушатель. Донеси эту информацию до твоего уведомителя, дабы воля Ситиса была исполнена. Слава нашему отцу ужаса! Хорошо, это даже мне самому не придется выполнять. Точно, я же теперь большая шишка. Теперь я могу приказать людям. Окей, это круто. Сейчас мы получим денежки еще. И, в принципе... Ладно. Ничего не хочу знать. Варфоломей, господи, ну что ж ты такой скрытный-то у нас? А, летающая голова. Да. Смотри на него. Тебя не видно. Он такой не понимает, наверное, смотрит на руки, на ноги, такой, ну, не видно же меня, такой, да? Я такой, ну да, да, конечно. Ты как там? Все? Попустил он тебя? Теперь он вообще исчез. Да. Итак, мать ночи сказала свое слово. Я позабочусь о том, чтобы оно было доведено до нужных членов нашей семьи. Ах, да, вот твоя недельная доля. Увидимся на следующей неделе, достопочтенный слушатель. Хорошо, 200 золотых, вполне себе. Под твоим началом черная рука будет править вечно. Так, а я еще не посмотрел, что у нас вот тут вот осталось. Здесь жил Винсент. Он был хорошим другом. Я убил его. Он был вампиром, как и я. Теперь это место принадлежит мне, я думаю. Да, это мое место. А, здесь ачива была. Подожди, Винсент, получается. А, Винсент внизу был, точно. Вот, вот все мое лежит. Понятно. Так, хорошо. А это мы брать не будем, потому что я не знаю, кому можно продать. Максимум за 1000 могу продать в этом же городе. Это стоит 2700. Это пока пусть лежит. Так, кстати говоря, почему бы не надеть эту новую рубаху вместо старой? Нет. Ну, видок такой ничего, мне нравится на самом деле. Неплохо. Так, сапоги кровавых уз. Нет. Хотя... Да нет. Талисман скорости. Это мы наденем. Да не знаю, лучше удача, по-моему. Удача для нас самое главное. Так, хорошо, вот так вот. Все остальное можно пораспродавать, я думаю. Так, а что у нас там по мечам-то было? Короткий меч встряски. Ну, так себе на самом деле вещь. Сегодняшняя серия у нас по большей части приведение дел в порядок после этих многочисленных войн. Ну, я думаю, это для той части аудитории, которая вот именно за этим всем и следит, и постоянно в комментариях пишет, что ты оставил там то и не продал это. Это вот для них, наверное, создается, я так подумал сейчас. Хоть увидите, куда это все ушло.
И я наконец вспомнил, где что лежало. Теперь у нас появится хоть немного деньжат, а то... Все деньги уходят на этот лук, это, блин, даже не смешно. Слишком дорогой в эксплуатации. Так, успею, нет? Нет, все уже спят. Да просто промотаю. Нормально, 10 утра. Окей. Что? Оглянись вокруг. У меня для тебя много всего хорошего. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Охотно верю. Так, на вот этот меч. На вот эти вот сапоги. Доспехи арены, блин. Таскаешь их с собой, таскаешь. 13 кило все-таки весит. Что-то не так много у меня забрала, как я думал. Ну да ладно, нормально. Еще? Что у меня там получается-то? Что она не купила? По одежде она не купила. Вот это вот надо продать все, я думаю. До свидания. Ну кому же, если не ей? Это нужно в имперский город идти. Нет, что-то я туда не хочу сейчас. Блин, дождь этот заколебал уже, это же сколько можно? Так, вот ты у нас, я думаю, купишь магические предметы. Давай быстрее. Давай займемся делом. Так, хорошо. Наряд плута. За 404 всего. Офигеть. Ну ладно, забирай, что уж. Тебя можно подкупить, хотя, в принципе, и на этом мы выручим больше денег. Ну что еще? Как мне? Какой раз... Спасибо. Ну разве это разорительно? Хорошо, теперь... Возможно, в итоге выигрыш окажется очень смешной, я думаю. Мои превосходные товары. Нет, все равно 404. Ладно, будем знать. Так, кольцо Эгиды. Подожди, нет, оно мне пригодится. Блин, я даже не знаю, что ставить. Вот это вот уберем. Уберем вот это. И вот это уберем. Окей. Это все-таки получше, я думаю, будет. Спасибо, с тобой. Так, хорошо. Кольцо Эгиды. Глаз Ситиса пока пусть будет. Ну, как-то вот так, короче. Вполне нормально, на мой взгляд. Еще увидимся. Пока. Хорошо. И пошли в храм. Наконец-то уже. Сколько можно крутиться. Да, конечно. Так он бегает, как девчонка. В комментариях правильно написали. Да что поделать? Совершенно не палится. Здравствуй, да Джоффри. Хорошая работа. Капитан Бурт и его гвардейцы теперь смогут справиться с другими вратами, по крайней мере, сейчас. Но стражники Брумы не могут защищать город вечно. Дейдра Обливион бесчисленный, в отличие от гвардейцев Брумы. Нам нужно собрать всех возможных союзников до того, как кольцо осады вокруг Брумы сомкнется. Если мифическому рассвету удастся открыть здесь великие врата, городу понадобится очень сильный гарнизон, иначе не выстоять. Тебе нужно поговорить с правителями других городов Сиродила, а также с советом старейшин. Проси их послать Бруме подмогу, пока еще не слишком поздно. Чем еще я могу помочь? Мартину удалось достичь некоторого прогресса в изучении Мистериума Заркса, пока тебя не было.
Тебе стоит поговорить с ним об этом. Хорошо. Что за совет старейших? Расскажи. Согласно древней традиции, совет старейшин правит в отсутствие императора. А, вон оно как. Канцлер Окато возглавляет совет старейшин, и сейчас он больше всего подходит на роль лидера империи. Но клинки подчиняются только императору, естественно. Мы не являемся инструментом правительства. Понятно. Насчет Брумы как там вообще справиться? Брума не сможет сдержать орды Обливиона в одиночку. Тебе придется попросить правителей других городов Сиродила прислать подмогу. Понятно. Тебе нужно как можно быстрее поговорить с правителями Сиродила. Опасность, грозящая Бруме, растет с каждым днем. Понял. Мартин, привет. Мне удалось распознать еще один предмет из тех, что нужны для проведения ритуала, открывающего портал в рай Камарана. Второй предмет в некотором плане — антипод первого. Это кровь божества. Жуткая головоломка, согласись. В отличие от лордов Дейдра, боги не одарили нас артефактами, и они не оставили никаких физических проявлений в нашем мире. Как же тогда получить кровь бога? Но Джоффри разгадал эту загадку. Нужна кровь Тайбера Септима, который стал одним из божеств. Это тайна, о которой знают только клинки. Она передается от одного грандмастера к следующему. Джоффри сам расскажет тебе об этом. Кошмар. Обязательно поговори с Джоффри о доспехах Тайбера Септима. А я продолжу изучение Мистериума Заркса. Поговорить-то поговорим, но я думаю, в следующей серии. А сейчас пока давайте присядем, маленько отдохнем после долгой дороги. И будем завершать на сегодня. Судя по всему, нас ждет очередной интересный сюжетный квест. И не один, потому что вроде как они, я так понимаю, будут развиваться параллельно. Кроме того, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового внешнего вида поп-копа. Это как-то выглядит как-то так. Ну, ладно. Довольно прикольно, на мой взгляд. Напарник у нас появился. Варфоломей всегда и везде. На этом давайте закончим. Я сейчас пойду маленько отдохну, потому что 6 серий за день довольно сильно выматывают. И потом уже через некоторое время продолжу. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.